Канал Руненштайн 1 представляет фасады в 3D. Все фасады допотопных зданий, а точнее распечатанных, украшены архитектурными элементами. Все здания построены из красного кирпича, а фасады облицованы декоративными элементами. Сейчас я хочу показать вам один такой элемент, демонтированный с фасада здания. Он был изготовлен серийно в промышленных масштабах и имел определенное предназначение. Лепнина на фасадах была не для украшения этих зданий. Она была предусмотрена для других целей. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра.